Это без мнемат. О, боже. Так, ну что, вот у нас Получилось. это... Освободились, все, едем. Так, давай, аккуратно. Давайте, сейчас, попробуем, через город поедем. Заверни так. его. Охрененное, конечно, место. Вообще, отлично, тихо. Так. Все, едем за мной. Больше я посюда не поеду на грузовике. Давай, давай через мэрию. Ну, давай, сразу. А там больше никак не получится. Так, все. Сразу мэрию. Так, давай. Че, на... Как, ну давай посюда. Налево давай сейчас. Или что так? Ну так, поставим. Ну давай, ладно. В саму мэрию уже не будем заезжать, чем. Ну да, там мы вряд ли. Так, это мы даже не влезем. Так, будем. Ага, это мэрия, скоро так, на экранах. Так, он поезд проехал. Ничего себе. Так, аккуратненько здесь. Так, здесь, так вот. Эть! Мне Так. Там написали, конечно. Давай. Ох ты. Шух. Я должен ответить. Сгоняйся. Ну сейчас доедем, ты на пару минут, еще какой-нибудь один груз отвезем и все. Так. За мной. Ведь красиво. Так. Ведь. Чё ты так? Ну ладно, давай я как вчера поеду. Так лучше. Ну, соглашусь, но ладно. Там крюк больше. Если тупо по дороге ехать, не как вы вчера с Максом срезали. О, у меня блики, прикольно. О, дерби. Че, ЕНБ? Или что это гонка? Аэропорт. А, гонки это. Это гонки. Не-не-не, это моё ЕНБ уже. А, это твоё. Так, мы едем. Так, нам нужно... Ох. Так, разгрузиться. Это... Вот. Вы не в порту. А, не кишат, едь. Ладно, давай, типа, в очередь. Да. Как там? А, вот такая команда. Тунлот, напомню. Все, отъезжай. Так, все, сейчас в АФК здесь постою маленько. Так. И ас. Мне дали 8000. Престижно. Mm-hmm. Престижно. Так, ну давай, следующую мы работу возьмем. Так, уголь. Че, давай на уголь, наверное, попрем. Че? Так, сейчас посмотрим, уголь второй, где это у нас? Так, уголь второй это. Угу, а уголь первый, где интересно, мне значит. О, поехали на уголь первый. Это в Лас-Вентуресе. Поехали. Давай, газ. Только я маленького ФК посержу еще. Ну ладно. Да догонишь меня. Так. Продолжаем ездить и работать дальнобойщиками. Так. Так, все, выхожу. Шух. Ты как поехал? Через город, ЛС? Да, через гетто, через центр. Я по трассе поеду. Так. На перекрестке Лас-Вентуреса тормознешься? Ну, или ты. Ну, кто первый-то, я там буду. Так. Чё, куда едем ты? Карьер. А, ясно. Так. Я сейчас на Винни-Вуд еду. Чё, уже там? Еду только. А сейчас именно где? Парк. Грувов. Парк. Рядом с АО. ОАО. ОАО. СИП. На-на-на. На-на. Так, ладно, давай немножко тут срежем. Вот так. Ех! Ух ты, как красиво. Так. Заехали. Так, вот я на Винни-Вуде уже еду. Фига ты. Мне еще ехать. Ну, будешь ждать меня. Так.
Погода портится. Да нам то что, мы же не на самолетах. Кстати. Кстати, у меня 79 литров. Кстати. У меня 98. Не хватит. Было 300. Где лучше? В Санфер разгрузимся. Ну. Да до сюда тоже не сильно далеко. Ну вот пока мы ехали, видишь, 300 литров. Ну, в принципе, нормально. Но если мы заглохнем, будет еще круче. Все. Создаем гидру и полетаем. Ну, если что, мне придется выйти из дальнобойщиков. Может, я бизнес куплю или... Ну, хотя без разницы. Ну, не довезем, да не... Да не... Посмотрим. Да. Не довезем, да не да. Да и ладно, ну, да. Так, я тут на перекрестке, ты где? А, мне еще ехать и ехать. Че, мне сколько тебя ждать? Не жди. Едь один. Ну, я, короче, бросаю грузовик, создаю гидру и полетаю. Молодец. Так, а мой хаммер-то там сейчас. Твою мать, что я создал? А, ага, вижу. Да попи, припопум. Так, сейчас отвечу там. Ех. Не, ну вроде хватит. Должно, по крайней мере, хватить. Так, сейчас мы бензину тут выключим. Ну, давай, кай. Какой способ хороший? Какой? Ах! Я пытаюсь включить и выключить двигатель, когда качусь. Но что-то не сильно помог, но пару метров проехал нормально. Ой, блин. Так. Блин, расход топлива на сервере, конечно, капец. Ну, в принципе, намного меньше, но не знаю. Блин, я вот до космоса центр ЛВ и тупо поехал прямо на Инфернусе. Доехал до конца, он мне истратил 30 литров. Так, вот мой прицеп. Представь. Хорошо, надо поменять. Поменьше надо сделать, ни хрена себе. Это чё это? Чик. Так, ну чё, 47 литров у меня. Сможем ли мы доехать? Мой камер ещё стоит. Дальнобойщик, так. Порт СФ. Ну, с богом. Так. Оп. Я не понял. А, у меня прицеп телепортировал. У меня оторвался он. Ясно. Ты аккуратнее езди. Ну. Так, давай. Без прицепа, видишь, если я туда даже приеду без прицепа, они мне не засчитают. Так. Ну, так, чё мне куда ехать? Санфера есть. Что тебя догоним. Так, ну-ка максималку у патриота какая. Так, 87. Нормально. Потом его куплю. О, поезд. Оу! Нифига себе. Чё там творишь? У меня лагануло, ты прикинь, меня и прицеп разорвало. Кошмар, а. Эть. Короче. Тупой прицеп. Не, я доеду, я говорю. Сейчас я тут... Да что такое-то? Дай-ка я его в ту сторону разверну. Кошмар, а. Ух ты. Назад. Вперед.
Так. Давай. Оп. Чик, все красиво. Все, ништяк. Так. Все на дорогу. Так, у меня осталось 20 литров. Да ж... Ой, кошмар, а. Короче. Ты ездить не умеешь. Да не то, что... Короче, что я могу сказать? Кошмарчик. Так, порция. Ты видюху не выключай. Ну, я пока не буду. Так, что поездим. Так, мне надо выключить маркер. Все, приехал, да? Ну а что я сделаю? Ты где стоишь? Алло. Где стоишь-то? Я в Санферу приехал. Ну а где именно? Я подъеду сейчас. Ну а я тебе что ждать буду? Не, ну, в смысле, куда едешь? На порт? Да-да, на 69-й. Ты уже там? Или еще едешь туда? Подъезжаю уже. Так. Ну, подойдешь мне? Эй, дринь-дринь. Так. Что делаете? Еще ездим. Так. Видюк сняли хоть, нет? Снимаем. О, боже. Миш, ты как у нас это... Из подвала вышел, а? Так. Почему? Ты где был-то вообще хоть? А? Миша. В смысле? Куда уходил? Ходил. Ходил. Что? Дома был я, и чё? Ну, молодец. Так, ладно, короче, следующее видео, наверное, работам будем посвящать, так что все. Пока.